Фестиваль прессы в этом году стал по-настоящему звездным. Основная тема праздника – 55-летие первого полета человека в космос. Поздравить журналистскую братью и всех гостей праздника приехал герой России, наш земляк-космонавт Михаил Корниенко. Прекрасный еще весенний день. Я специально сюда приехал, потому что Самара – это космическая столица нашей Родины. Мало того, это моя Родина, как тут уже сказали. На площадке общественного совета МВД привет из космоса самарцам передали со станции МКС. За космосом будущее человечества, а Самара – одна из космических столиц России. На главной сцене фестиваля гостей приветствовал глава города Олег Фурсов. Примите искренние поздравления вот с открытием сегодняшнего мероприятия. Оно действительно стало очень важным, знаковым событием. Я, как глава города, подчеркиваю, что наша позиция к работе СМИ совершенно не изменилась. Мы по-прежнему приветствуем разносторонние, разнополярные взгляды на общественно-политическую жизнь, которая идет в нашем городе. И я призываю вас быть такими же искренними, такими же профессиональными, такими же честными, объективными. В этом году в парке 24 площадки, более 30 СМИ города и области. Каждый старался удивить. Телеканал «Самара ГИС» подготовил для гостей праздника немало сюрпризов. Здесь каждый мог почувствовать себя в роли ведущего новостей, сфотографироваться в фотобудке и потанцевать под живую музыку. Смотрим всегда ГИС с удовольствием. Информация полная вообще о самарских новостях. Всегда из первых уст. Чаще выходят новости, более подробные, ну и самые свежие. Число зрителей программы «События» постоянно растет. ГИС лидирует по числу подписчиков в социальных сетях. Растет число просмотров на сайте YouTube. Количество последних приблизилось к 10 миллионам. Телеканал ГИС не только успевает следить за событиями города, но и за современными технологиями успевает. У нас есть свое мобильное приложение, которое можно скачать и смотреть новости и любимые программы в режиме онлайн. И самое главное, что есть коллектив, который умеет работать в новых обстоятельствах и умеет меняться очень быстро. Об этом говорят и награды, которые получают наши журналисты. И, естественно, об этом говорит та любовь и признательность зрителей, которые мы сейчас видим здесь. Площадку посетили и почетные гости Дня прессы. Я хочу сказать большое спасибо журналистскому корпусу телеканала, который за год с небольшим наполнил жизнь и творчество телеканала совершенно новым контентом. Канал стал очень интересным, у него хорошие рейтинги. Канал дает именно ту информацию, оперативную, объективную, конкретную, которая так нужна современным жителям. Потому что в мобильном мире, в быстро меняющемся мире, ценность своевременно полученной информации несравнима ни с чем. «Самара ГИС» – это самая городская и самая лучшая компания. Ребят, спасибо вам за то, что вы делаете. Потому что моя мама очень любит смотреть ваши новости. Они самые объективные и самые самарские. Самара, Самара ГИС – это практически одно и то же. Почему? Потому что на вашем канале настолько полно освещается жизнь нашего города и не только. И самое главное, что вы очень трепетно относитесь к слову, очень трепетно относитесь к людям, поэтому вас смотрят и вас любят. Впервые в истории фестиваля проведен журналистский конкурс. Итоги подвели по номинациям «140 лет российско-болгарской дружбы», «Год российского кино в Самаре», «Самара – космическая столица» и по ряду других. Корреспондент телеканала «Самара ГИС» Марина Кравцова получила приз в номинации «Сделано с любовью». За вклад в развитие патриотизма благодарностью отмечен редактор нашего телеканала Юлия Черняева. Также благодарность от главы города объявлена всему коллективу телеканала «Самара ГИС». Лариса Шлафаст, Олег Зверев, Алексей Золотенков, Артем Сулайманов, Максим Гусев. События.